Tagir, assalamu alaykum. Aleykum assalam. Тез патрия, тез саботаж. Да, я здесь работаю. А я хотел тоже что-нибудь подобрать, подойти, будет что-то подходящее что-то. Ну вот, френчес вот хороший вот такой вот установка. Посмотрите, сагрегет, вот возьмешь его. Эксперименты. Ну вот этот, кажется, этот размер больше. Этот, он хочет, давай, если это подходит, давай этот. Давай его посмотрим. Как думаешь? О, отлично себе слушаю. Точно? Да, подходит. Ты, Тагир, этот, смотри, у меня, я здесь скачу, не хватает мне. Может, ты запишешь мне в долг? Я так тут не хозяин, слушай. Ну, ну если долг, ты отвечаешь, ты сосед мой, если ты отвечаешь, завтра, послезавтра, да? Конечно, я отдам, без проблем. Это. Могу взять на твою ответственность. А, хорошо, я под тебя запишу, только ты меня не подводи. Конечно. Хорошо, давай. Рад был видеть. Ты заходи, если что. Хорошо, спасибо, на здоровье, брат. Слушай, Тагир, а ты помнишь, твой друг френч взял в долг? Сказал, потом занесу. Что-то ты не можешь его поторопить? По-моему, он забыл про свой долг. Он разве еще не занес в долг? Нет, нет. А сейчас я наберу к нему. Как это долг он еще не занес? Алло. Алло. О, Тагир. Валейкум ассалам. А что вспомнил меня? Что говорю, вспомнил? Ты еще долго залез сразу сюда. А. Ну и что? 21 год, да, сейчас? В 24-м должны мы увидеться. 3 года ждут. 3 года. Ну, 3 года не прошло, что ты хочешь? Конечно, занесу, через 3 года. О, странно, 3 года не прошло, он хочет, чтобы я ему долг отдал. С каких пор так быстро отдаю долг?